Расскажи вот про этого, ну, Серёг, про гнома этого, или как его, вот этот, который, ну, в цирке работал. Работал карлик, лилипут, какая разница, ну, его взяли за пьянку, уволили, нахуй, он, блядь, такой, нахуй, ебать, блядь, что делать, блядь, а он бухал, блядь, каждый божий день, блядь, из бухла его выгнали, блядь. Ну и что нахуй, он, ему нехуй делать, он ходил, блядь, в Толшниловку, нахуй, в пивнушку, нахуй, где, блядь, это самое, за бесплатно, на халяву мог выпить, нахуй, его угощали, блядь, за то, что он всегда прикалывался, всегда приколы какие-то выдавал, нахуй, неестественные, блядь, там, пиздец, нахуй. Ну а тут, нахуй, приходит, блядь, это самое, не может ни приколоться, вроде ничего, нахуй, ебать. Ну, хочет дозу принять, блядь, водочки, нахуй, с пивком, нахуй, там, блядь, вроде такой расклад, нахуй, ебать. И он такой, нахуй, к мужикам подходит, они, блядь, ну что, хочешь выпить, да, ну, выйди какой-нибудь прикол. Он такой, ладно, блядь, думает, потом говорит, сейчас, ну, сейчас выйду на улицу, а как раз была зима, нахуй, 40 градусов мороза, блядь. И он такой в сторонке отошел, блядь, от пивнушки. И стоит такой, вроде как замерз, а он на ребенка похож, нахуй, маленький же, нахуй. Ну, и он такой стоит такой, блядь, дрожит, нахуй, женщина подходит к нему. Ты чё, ребеночек, нахуй, стоишь, блядь, самое. Замерз, Замерз, блядь, пиздец, нахуй, что ли, блядь. Ручки замерзли. Да, ручки замерзли, я хочу пописать. И она берет, нахуй, ему шинку растягает, блядь, вытаскивает, как охуел, блядь, там такая елда, блядь, нахуй, с такими яйцами, блядь, и с такой волосней, нахуй, ебать, блядь. И она как шарахнула в сторону, блядь, ебать. Ну, они вот, пойдем, блядь, мы тебе сейчас, нахуй, водочки, блядь, и пивка нальем, блядь. Вот и все. Да, слушай, блин, можно фильм снять. Нужно.